Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка заказов Фаберлик по 6-му каталогу. Это, скажем, такой заказ, но здесь у меня есть пробники новой мужской туалетной парфюмерии, да, мне очень хочется попробовать, возможно, что-то мужу и возьмем. Здесь у меня Доброген, это уже получается 4-я пачка, 3-я была в заказе по 7-му каталогу. Артикул 157-29, уже или маме, или себе буду набирать, потому что много очень положительных отзывов. Много на самом деле, вы писали, поэтому да. Взяла крем Love, потому что на момент этого заказа не было в наличии крема в баночке, который взяла в 7-м каталоге. Думала хотя бы какой-то взять, потому что спасение, прям спасение для сухости. Я рассказывала историю интересную про Костюшку, кто видео не видел, как бы можете посмотреть. Артикул 25-88, это питание. Он вот такой вот, конечно, маленький. И цена у него сейчас не бюджетная, здесь 50 мл, но тем не менее, пусть будет, я эту серию оценила по достоинству. А распродажа, по-моему, по срокам годности, девчонки, взяла вот такой вот для бороды смягчающий эликсир. У нас крестный Крестюшкин пользуется, я ему как-то брала в подарок, и вроде как понравилось, заценила, знаете, решила взять, пусть вообще копейки. 26,41 артикул. Так, дальше у меня три БАДа. Я впервые беру Артра Форте, потому что хочу сама пропить. У меня перелом позвоночника был, как бы перелом ребер, и спина очень сильно болит. И многие девчонки тоже хвалили, поэтому хочу. Прям БАДами капитально, слушайте, запаслась. 157,91 артикул. Я первое, что увидела, это сабельник болотный. Девчонки, сабельник болотный – это вообще вещь. А препараты с сабельником и мази с сабельником, они действительно работают. Я проверила это на себе, поверьте, человеку, которому перелом позвоночника, да, они действительно на самом деле крутые. Слушайте, будем пить с вами вместе, буду рассказывать обязательно вам, болит меньше спина или нет. А тут и капсулки вот такие вот, похожи на омегу, да. Запаха никакого не имеет, запах закрыт, видимо, в капсулах. Буду пить, обязательно буду пропивать и делиться с вами отзывами. По две капсулы в день, запивая стаканом воды, не зависит от приема пищи, судя по всему. Интересный БАД, вообще обожаю БАДы, Фаберлик. Повторила Ксюшке омегу-3 с глицином. Мы ее допили, она быстро допивается, хоть здесь и 90 дроже, но они пьются по 3-6 штук в день, поэтому он быстро заканчивается, если D3 у нас еще есть, омега нет. Это прикольный такой БАД, но Ксюша мне сказала, что ей не нравится его разжевывать, хотя для меня он вкусненький, он такой малиновый. Прикольный, но сама вот эта оболочка, она плохо жуется. И Ксюша сказала, что ей противно, поэтому она их глотает. Их глотать можно. Омегу глотать можно, а вот D3 глотать нельзя. Я спрашивала специально в обратной связи, я имею в виду детские. Их обязательно нужно отламывать у рыбки хвостик и выдавливать на еду, либо там в ложечку, либо водичку, и во время еды принимать. Повторила омегу, омега вещь тоже супер. И повторила себе уже 157 раз гепата Форте, потому что пила после удаления желчного, после операции. Вместе с этим БАДом у меня анализы пришли в идеальное состояние, я ему доверяю. Артикул 157-59, я детский сказала вам, детская омега 157-80. У кого проблемы с ЖКТ, изжога, там еще что-то такое, вот этот БАД очень рекомендую. Потому что он действительно работает, я это уже проверила на себе, проверила по анализам, да. Сейчас сделала перерыв, наверное, сколько не пила, но больше месяца не пила. Сейчас хочу опять возобновить. Здесь тоже вот такие капсулы. Очень удобно пьется. Аромат тоже практически никакого нет. Работающая вещь с обалденным, девчонки, составом. Даже Крестюшка подтвердила. Дальше у нас с вами пробники. И почему-то артикул один на них двоих. 58-56 артикул на коробке. И дальше пробники. Так как буду в 7-м каталоге делать еще один заказ, может быть, что-то понравится и что-то возьму. Значит, давайте первый начнем. Артикул 340-31 пробника One Way. Best Breath One Way. Нравится. Мне уже нравится. Сейчас на вторую руку сразу другой нанесу. Дай, малыш, пожалуйста, пробничек. Спасибо тебе, мой сладкий. Спасибо. Так. Мне нравится уже. А следующий у нас Game Day. Артикул 340-28. На другую руку нанесу. О! А Game Day? Он пошипровее, что ли? Если предыдущий... Дай, Крестюшенька, посмотрю, как он называется. One Way. One Way. Ой, он интересно раскрывается, слушайте. One Way. Мне нравится, да, табак чувствую здесь. Ой, да, я такое на мужа, на своем вот прям люблю ощущать. Мне нравится на самом деле такая вещь. Классный.
И Game Day, слушайте, Game Day, вот мне кажется, ему понравится больше, нежели мне. Мне нравятся оба. Серьезно, мне нравятся оба. Такого Фаберлик еще нет. Это не классический такой фаберликовский парфюм. Он интересный. Он раскрывается, он шлейфовый. Класс. Мне оба нравятся. А второй, вот там какая-то нотка притягательности есть, которая Game Day. А One Way, мне кажется, он больше для молодых ребят подходит, а второй для более возрастных. Но не оба очень интересные. Короче, я дам ему попробовать, пусть выбирает сам. Мне нравятся оба. Мне нравится реально ощущать оба. Но мне кажется, One Day, он будет менее стойким. А вот второй, у меня забрали пробники, не могу, я почитать и забываю. А второй более стойкий, вот он насыщенный прямо на коже, а этот то растворяется, я перестаю его на себе чувствовать. Нет, он есть, но он такой слабый, а вот One Day я имею в виду, а второй, он прям вот мощнее. Ой, как интересно, слушайте, мне нравится. Еще у меня в заказе универсальный крем с аргинином. Открыла его, знаете, в каком плане? Мы с девчонками в Телеграм обсуждали вот средства для ножек, потому что сейчас теплое время года наступает, ходим очень много, интенсивно. И обсуждали винотоник фаберликовский и так далее. И некоторые высказали, что вот лучше этого средства пока еще не придумали, и в принципе нет, да? Я для ног именно его не пробовала. И мне показалось, что вот эта вот серия, когда обновилась, стала слабее. Поэтому оды не пела, и укусы как-то вот после укусов не снимала раздражение, поэтому не очень. Но откопала у себя этот крем недавно, неделю назад, и начала действительно пробовать на ножке. И мне безумно понравилось, слушайте, прям безумно. Я не скажу, что как от винотоника происходит такое моментальное облегчение. Здесь больше такой эффект, не знаю, лечебный, что ли. И здесь тоже обалденный состав. Почитала про аргинин и поняла, что да, для ног это действительно очень важно и очень круто. Поэтому теперь ножки свои я мажу чередой винотоник с вот этим вот кремом с аргининым. Мне очень понравилось. Усталость уходит, она не прям так, нет охлаждения, есть легкий холодок, но нет такой экстренной помощи, но она есть накопительная, она действительно крутая. Поэтому взяла еще один 1279 артикул. У него, в отличие от других двух кремов из этой серии, нет одушки, то есть она есть, но она абсолютно нормальная, не бьет в нос и так далее. Просто другие два там вообще мрак, один из них с сабельником, но он круто помогает, у кого есть проблемы тоже с костями какие-то, переломы или суставы болят. Да, с ядом гюрзы это вообще это такая экстренная помощь, жгучая. А вот этот это такой вот практически не пахнущий крем, но который действительно работает, имеет накопительный эффект и лечебный эффект, что не менее важно при варикозе на ножках, да, при сеточках и так далее. В общем, мои ноги довольны. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой небольшой у меня был заказик еще по шестому каталогу, но тем не менее не менее интересный, да. Я хочу оба. Они мне нравятся оба. И у них много схожего. Они различаются, но много схожего. Мне хочется вот почему-то не ванда, а другой на своем мужчине чувствовать. Но пусть выбор будет за ним. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Сейчас крутая акция, 500 рублей в подарок. Обязательно успевайте воспользоваться, пока она есть. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.